Всем привет, дорогие друзья, с вами Санёк, и мы продолжаем проходить игру Max Payne. Последняя игра. Давайте, нажимаем. Вот, погнали. Простите, что так долго не записывал, не было времени. Так, встречный вопрос. Куда погнали? Куда погнали? Так, сейчас, надеюсь, мне хорошо видно и слышно. Может, откроем что-нибудь? Нет, нет, ничего не открывается. Ничего не открывается. Нет, заперто. Нет, через забор не перелезем. Давайте искать, куда идти. Ребят, видео Макс Пейн... Читать заголовки было не слишком приятно. О? Все они кричали о кровавом убийстве. Завывание в юге вторили полицейским сиренам. Когда за тобой охотится мафия, а полиция разыскивает как убийцу, ничего кроме стона ты не услышишь. Понятно. Это 5, кстати, давайте сохранимся. Вот так вот сразу. Вот. Ребят, видео с Максом Пейном у меня выходит без заставки, потому что та программа, в которой я делаю заставки, в ней видео про Макс Пейн, про игру Макс Пейн записывать не получается. Потому что мне надо... Не посмотрел, какие мне пистолеты взяли. Давайте пикнем меня убью заново. Вот. Ребят. Видео про Макс Пейн у меня не получается заставки записывать, потому что та программа, которую я записываю, игры заставки вместе, не видит игру Макс Пейн, потому что Макс Пейн надо игру свернуть и настроить. Она не сворачивается, поэтому видео без заставки выходит. У меня так мало пистолета, патронов было. А, погодите, тут же еще один был. Ну ладно. В общем, видео выходит без заставки, поэтому по этим причинам. А, я не те пистолетики еще взял, ну вообще. Жесть, конечно. Опять лучше всего сохраняться на каждом шагу. Боже, откуда-то тут ничего, тут походу ничего не найдем. Это не откроется. Кто на меня стрелял? Да. Не подумал. Ой, я думал, что... Вот это было, да, вот это было. Не думал, что так будет. Здесь ничего, мы проверяли. Нет. Там. Сейчас не баллоны, значит. Там все заперто. Где мы этих парней нашли, которых мы под одного убили, который меня стрелял-то?
Я думал, блин. Нормально. Вот. Я их бить не так тихонько. Так. Ну что, ребята, у меня такое желание убивать. Погода. Здание было просто нашпиговано взрывчаткой. Ставьте лайк за это. Ставьте лайк за такой красивый взрыв. Реально был красивый взрыв. Так. F5. Так, ранее. Все, идем. Я знаю, что здесь делать. Они не взрываются? Телефон звонит. Так, все, да. На стене звонил покорёженный телефон. Это мог быть очередной наркоман, но оказалось, что это куда более серьезный собеседник. Имею честь говорить с мистером Пейном. А кто его спрашивает? Меня зовут Альфред Уотон. Полиция скоро будет здесь. Расскажите мне что-нибудь поновее. Они знают, что вы здесь. Откуда? Я с вами еще свяжусь. Полиция приехала. Сирены визжали диким диссонансом, как хор сумасшедших. У меня было несколько минут до того, как группа захвата закончит обычные предусмотренные инструкции действия. К тому времени, как они проникнут в здание, я должен был быть уже далеко. Макс Пейн, это старший инспектор Джим Бравура. Бросайте оружие, выходите с руками за головой. Угу. Сейчас. Кстати, не помешает. Как? Ну вот. Дверь была заперта. Чтобы попасть туда, мне нужен был ключ. Так. Ну что мы имеем? Тут все заперто. Тут, о, коробка, в которой тоже ничего нет. Замок. Нам никакие жунки не проникли. Кто-то оставил на прилавке письмо. Ух ты, смотрите-ка. О, аптечка. Можно взять тут? Чем сейчас? Угу. Все, не хочу. Неожиданно все прояснилось. Гуньити был верен себе. Побольше слов и поменьше дела. После этого дела у русского осталось только несколько стволов, а их легко купить. У него теперь кишка танка с нами связываться.
Как выяснилось, с кишечником у русского было все в порядке. Если на человека надавить, он отступает до определенной черты, а потом начинает давить на тебя. Понятно. Сохранение. Оружие! На полке лежал ключ. На какой полке? Так, ну чё? Меняем парочку с 15. Полиция не идёт! Тут мы зашли, ребята! То что? Бьете косо. Что это? Так, я уж скоро умру. Этого бы мне не хотелось. Ой. На аптечка. И то мне кранты. Мне конек, мне каюк. А, вон. И вот. Во, все. Сохранение. Отлично. Так, вперед. Так, вроде... А, ещё... Одно место, да? Тут я ничего же... Нет, ну тогда на верхний этаж, да, всё. Это не я. А кто? Пойдём-ка. Проход завален. Значит, туда. Это не я, ребята. Ладно, я засейвился на этот случай. Это не я сейчас. Но упал я. Ну, гранату бросил не я. Я помню. О, перепрыгнул. Так. Так. Надо... Я не знал. Это сейчас будет эпик. Это просто красиво там было. Надо бежать. Надо просто бежать. Бегом. Ребята, мы же все умрем тут. Дайте попручу мышцы. Мне вот да просто интересно. Кто бросил взрывчатку? Пусто. Тут у них... Да. Во! Ну ладно. Как вырастить крылья? Бомбы разрушили в здании в лестнице. Другой путь... Другой путь в кабинет Люпина шел через крышу соседнего дома.
еще не было. Ни разу. Похоже, все небо обрушится собралось. Точно. Это конец света. Помяни мое слово. Да, и я бы не сказал, что мне это нравится. Совсем не сказал бы. Я себе уже всю задницу отморозил. Так, ребят, давайте на этом закончим. Всем до свидания. С вами был Санек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю счастья, удачи, здоровья, терпения, много денег и еще раз здоровья. Ну что ж, до свидания. Всем пока.